Здравствуйте, с вами Снова Карл Джексон. Продолжаем проходить Super Mario Bros. Portal. В прошлый раз мы стали на уровне 6.1. Продолжаем. Как вы помните? У нас тут точки нету. Вот там бесконечное количество. Да, это я просто вознаградил этими звездами. Сколько же звезд в каждой? Пожалуйста! Пожалуйста, теперь мы проходим уровень 6.2. Опа. Я это сделал? Знаете, зачем я это сделал? Опять камера, ну сраная камера. Почему-то всегда на этой игре она мне подсирает. Не может почему, ладно. Короче, я это сделал для того, чтобы вам показать, как же это похоже на уровень Майо. Это же уровень 9.1! О! Ха-ха! Все поменялось! Конкретно все поменялось! Вообще все поменялось! Их! Блин, какие места явно. Я выжил. Нет. А, ну да, я ж плыть тут могу. Тут нельзя задевать эти. Ой-ой-ой. Ну все, мы приехали. Все, плыли. Не знаю. Почему у меня под камера висит? Заметьте, главное, что я играю и нормально. Наверное. Так, все нормально. Ладно. Уровень 6.3. Я себе решил опять взять отдых. Ну почти. Воу. Вот. Жизнь собрал и... А, ну да, Билли. И огонь. Я что тут сделал? Я забыл, чуваки. Правда, я забыл. Ауч. Это я вспомнил. Как-то это зацикленная хрень. Ну я сдох. Ну ничего. Походу я зацикленное место попал. Посмотрите, тут чекпоинт. Ха-ха! Это нечестно! Ладно. 3 жизни, в принципе, стандартная норма. А знаете, я сидел. Я возьму вот так вот телепорта. Молодец! Вообще молодец! Вообще идеально просто! Так. Вот так вот сделаем. Тихо! Главное не задеть эту хрень. Да, тихо. Блин, я себе смертельные ловушки понаставил! Это ж бред! Вообще, нафига это? Ай-яй-яй! Как ты это? Конечно! Я сдох! И знак не проходить! Это бред! Ну все,
я сдох. Уровень 6! Дичайший слов, я не знаю, как его пройду. Короче, окей, сейчас только пройдем. Короче, продолжаем хранить этот ужасно сложный уровень. Я не знаю, что мне с ним делать. Просто реально не знаю, что мне. Я бы что угодно с ним сделал, лишь бы только его пройти. Но... Походу он зацикленный настолько, что... Его только со звездой можно побежать. Очень быстро. Сказал, что я попал опять в зацикленность. Может и нет. Я попал в зацикленность, я знаю. Как мне из нее выбраться, если я сам себя закопал в такую неприятность? А, бежи вперед! Я был так близок, чуваки, я был очень близок! Но теперь я не пройду, потому что у меня чекпоинт с той стороны! Так можно делать бесконечно, просто бесконечно. Я себе поставил огоньков, не знаю зачем, не знаю нафига. Я не знаю, как чуваки. Зачем я прыгнул? Я не знаю, зачем я прыгнул. Зачем я прыгнул? Стоп! А что если мне рискнуть? Вот я молодец! Моя последняя жизнь, да? Сейчас последняя жизнь. Короче, я понял. Понял, как мне попасть туда. Короче, я сейчас должен сразу же прыгнуть на платформу. И все. Но если она меня сместит, тогда я не знаю, как мне проходить дальше. Времени нет, надо прыгать. Сейчас или никогда. Сейчас. Сраные. Короче, чуваки, я не могу пройти эту миссию. Сейчас я подправлю кое-что и вернемся опять. Короче, окей, вернулся. Сейчас не знаю, увидите вы, не увидите. Я, короче, сейчас еще все свои три жизни потратил на том уровне. 6-1. Самый лоховской момент у меня был. Окей, хотя нет, я не вижу. Просто бежим. Сейчас быстро бежим! Вот я молодец. А хрен там! Что с игрой? Я не пойму! Чуваки, игра зависла. Че, все заново что ли проходить? А, блин. Короче, я сейчас дойду до того момента, когда я дошел до Боузера, опять-таки. Короче, нахуй эту игру! Мне нужно... Я не могу, чуваки, реально, я уже нервы, я уже не могу, меня уже сдают нервы, я уже не могу ее пройти. Пусть кто хочет, ты проходит эту игру, я уже не могу. И даже гейм-овер не пропускается. Ты просто. В следующий раз пройдем как-нибудь. Я вам покажу. Вот как вот я создавил этот уровень. Я вам покажу, вот на бум, просто покажу вот уровень 6-4. Как бы он выглядел, если бы это... Если бы я его проходил после этого. Я падаю постоянно, я не успеваю вовремя подобрать звезду.
звезду и проигрываю из-за этого. Из-за этого у меня отбрасывают на чекпоинт, я не понимаю, как дальше идти. Пытаюсь прыгнуть на платформу, которая вот так вот туда-сюда, вверх, вниз прыгает, это летит. Короче, покажу вам на отбом вот это вот тест-левел. Смотрите. ФПС проседает пипец как. Да. И казалось бы, как мне подобрать этот цветок? Жопой обкосил. Вы видите? Тут вырезаны все эти самые. Все эти самые. Кто они? Ну, вы видите? Вы видите, да? Вы видите? Вы не слепые у меня, я надеюсь. Вот так вот. Стерео все. Но, знаете, чуваки, это никак это не... Как-то... Нет, у меня удовольствия проходить игру, которую... На тест-левеле. Попробую вот так замочить. Какой случай? Вот мы заново видим то, кто это устроил. Пройти тут уровень я точно не смогу. Знаете почему? Потому что он проходимый, просто непроходимый. Просто непроходимый. Вот попробуйте пройти его как-нибудь сами. Ладно, шутки, я в депрессию жестоко впал, извините.